есть среди многочисленных российских модных брендов компании с историей. Те, которые начали свою работу задолго до трендов в поддержку местного производителя. Компания Энса существует на рынке 15 лет. Ее основатель, дизайнер Светлана Размахова, в своих коллекциях доводит до совершенства стиль элегантный минимализм. По-итальянски расслабленный и в то же время строгий, вполне демократичный и вместе с тем статусный. Casual и smart casual в основном идет. Ассортимент постепенно добавляется. Я же рассказывала, тогда вот только блузки были, потом потихоньку юбки пошли, брюки, жакеты, там, платья, платья, соответственно. Перфекционизм во всем – главный принцип работы главы компании. Необходимо все держать на кончиках пальцев, вникать в каждую мелочь. Я очень люблю хорошие ткани, поэтому у меня не получается купить. Сэкономить на этом. Ну, у нас уже постоянно есть поставщики, которые нам нравятся самим. Мы у них покупаем. Они даже дорогие могут быть, мы можем немного покупать. Мы покупаем все равно. У нас, во-первых, команда собралась, которая вот прямо любит-любит это. Все тряпочки эти все. Бывает, знаете, люди занимаются этим, но там, я ненавижу эти тряпки, они говорят, там через сколько-то лет. У нас такого, таких людей нет в команде. У нас как бы все такие тряпочки. Вот. Ну, как-то вот все равно изнутри, то, что внутри компании, оно вот как так вот и выглядит, как внутри. Оно же все равно не скроешь. Фотосессий стало много в последнее время только таких интересных, имиджевых для кампейна. Фотосессии происходят, ну, зависит, конечно, еще и от погоды, и от задачи, и от того, что именно придумано именно на эту фотосессию. Последняя фотосессия была, например, на улице, на шишнях, в снегу, с шестью зеркалами. И мы снимали вот на улице. Причем было достаточно холодно. Зависит от того, какие тренды визуальной информации именно для в этот период. Исходя из этого, мы что-то придумываем, чтобы это все было модно и красиво. Модную аудиторию сегодня не надо уговаривать носить российских дизайнеров. На них уже не просто обращают внимание, но и активно включают в свой гардероб. Наши конкуренты, мы же должны их отслеживать. Раньше мы отслеживали иностранных только, европейских марки, европейские. Сейчас мы уже на европейские не смотрим, мы уже смотрим на наших дизайнеров. Прям с нуля, мне кажется, это очень сложно. Иногда думаю, если бы я сейчас решила бы этим заниматься, стала бы этим заниматься? Вопрос. Сложно. Производство, наверное, везде сложно. Особенно, когда оно такое. Есть производство, как бы продукт остается одним и тем же все время. Он не меняется ни качества, ни внешнего вида практически, да, как у кого-то, какие-то производства. А у нас же получается каждый новый проект каждые полгода, и вот это вот гонка, и ничего ты не успеваешь, и скоро надо фотосессию снимать, тут что-то делать и там. Чтобы русский стиль проник в моду, он сначала должен был попасть в Париж и уже оттуда вернуться к нам в интерпретациях французских дизайнеров. Примерно то же самое происходит с коллекциями Энса. Они давно успешно продаются в Москве и Санкт-Петербурге и относительно недавно начали завоевывать сердца челябинских модниц. На самом деле, я один раз стою на светофоре, и мне раз так глаз цепляется, что-то знакомое. О, блузка! Интересно.